Вероятнее всего, ваш телевизор показывает штук 70 каналов. Но бывает так, что по каналам щелкаешь, а смотреть все равно нечего. Политика. Реклама. Реклама. Надоевший лет 10 назад ситком. Реклама. Политика. Реклама. Реклама. Это, конечно, если ваш телевизор не смарт. А что, если сделать его умнее? Привет, Артем снова за этим столом, и сегодня я познакомлю вас с HD-медиаплеером Android TV Box CS918. О том, для чего вообще нужен медиаплеер, что это такое и как его выбрать, можно узнать вот в этом видео. Для начала пара слов о внешности девайса и его комплектации. В яркой, цветастой, жизнерадостной коробке, помимо самого девайса, можно отыскать вот такой вот пульт. Еще в комплекте есть шнурок мини-HDMI HDMI. Он служит для подключения девайса к вашему телевизору, если он современный. Если ваш телевизор постарше или вы просто не хотите занимать драгоценный HDMI-порт, то присутствуют классические тюльпаны. Ну и напоследок инструкция по установке. Куда ж без нее? Подключить устройство к телевизору довольно просто. Как я уже говорил, есть стандартные тюльпаны или HDMI. Далее следует подключить девайс к интернету. Это можно сделать при помощи LAN-порта. А если шнурки вам не по душе, то есть и встроенный Wi-Fi. Сам девайс больше всего похож на роутер, только миниатюрный. В целом же девайс выглядит довольно симпатично и органично сможет вписаться в любой интерьер. Помимо всех вышеперечисленных портов, есть еще и слот для microSD-шек, что позволяет вам воспроизводить контент не только с USB, но и с карт памяти. В данном случае, конечно, это не самое важное. Самое важное начинается, когда включаешь девайс. Перед пользователем открывается мир широчайших возможностей Android. Сотни сервисов с самым разнообразным контентом. Фильмы, спорт, сериалы, мультфильмы, всевозможные шоу. Ни одна платформа смарт-телевизора не сравнится с Android по количеству доступного контента и приложений. Второе, но от этого не менее важное – приложение. Почта, пресса, фитнес, что вашей душе угодно – вся мощь Android на вашем экране. Дальше – игры. Я бы мог поиграться во что-то 3D-шное и современное, благо девайс это позволяет. Но я предпочитаю что-то гораздо более увлекательное и затягивающее. Процессор четырехъядерный с частотой в 1,4 ГГц. Видеочип Mali-4. 400 MP, 2 гига оперативной памяти. 8 гигабайт встроенной памяти обеспечивают достаточное количество места для хранения всех ваших приложений и игр. Ну а если этого не хватит, то внешний жесткий диск или флешку для вашего контента еще никто не отменял. Управлять всем этим можно при помощи удобного комплектного пульта или подключить мышь с клавиатурой по USB или Bluetooth. А вы приобрели не смарт-телевизор и теперь хотели бы освежить его функционал? Не спешите бежать в магазин за новым телеком. Теперь есть Android TV Box CS918. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть другие видео. До новых встреч!